Доброе утро, область просыпается. И снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым. В отличном настроении пойдешь на работу. И неважно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с овсянки. Все просто, чтобы сегодня все было отлично. Включай в 7 утра наше шоу, это логично. Доброе, бодрое утро, друзья! Телеканал «Первый Ярославский», шоу «Овсянка». Мы уже готовы разбудить регион 76, да и не только всех, кто нас смотрит из любого уголка страны, где только есть для этого возможность. Друзья, здорово, что вы уже проснулись вместе с нами. Мы хотим, чтобы у вас было всегда отличное настроение. Именно для этого и работает вся команда шоу «Овсянка». И сегодня в нашем выпуске устроим заряжающую разминку вместе с фитнес-тренером Ириной Треповой. Отправимся в Ярославский музей-заповедник, познакомимся с очередным интересным экспонатом. А еще в нашей студии с Ольгой Разумовой поговорим о достижениях ярославской молодежи в 2020 году. Это шоу «Овсянка». Меня зовут Дмитрий Московский, и мы начинаем. А сегодня, кстати, день сидения на окне, так что кутайтесь в плед и устраивайтесь поудобнее для просмотра «Овсянки». А еще сегодня Международный день футбола. Играть уже, пожалуй, холодно, но можно посмотреть на смельчаков все так же из окошка. 10 декабря 36 года до нашей эры эта дата была высечена на первой найденной стеле с календарем майя. Вряд ли ее автор знал, как напугать всех через 2000 лет. В 1520 году Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу об отлучении от церкви. Это событие и положило начало реформации католической церкви. Я не могу и не хочу отрекаться. На том стою. А еще сегодня родилось сразу несколько отечественных классиков. В 1798-м на свет явился архитектор и художник Александр Брюлов, старший брат Карла Брюлова. Вообще фамилия у обоих была французская, Брюло, но указом императора ее поменяли на русский лад, чтоб знали наших. 23 года спустя в Подольской губернии родился Николай Некрасов, прозаик и поэт, навсегда прославивший простого русского человека. Также в 1901-м родился Михаил Румянцев, более известный как клоун Карандаш, над выступлениями которого хохотало не одно поколение зрителей. А возле уже цветных экранов поклонников собирал другой артист Семен Стругачев, знаток всего особенного и национального. У него сегодня тоже день рождения. Вставай. Мы оказались за кордоном. Линять надо, быстро идти. Лёва, вставай, тебе говорю. Наконец, в этот день, только в 1972 году, родился Брайан Молко, вокалист британской группы Placebo. А вы знаете, когда вот вы открыли глаза и вот уже нажали на свою любимую кнопочку телевизора, возможно, вы уже подумали, ну все, я проснулся. Но на самом деле это совсем не так. Для того, чтобы проснуться на все 100%, обязательно утренняя тренировка, утренняя разминка. Пусть она будет небольшой, но главное, она должна быть такой, чтобы вы уже почувствовали каждую клеточку своего тела, каждую свою мышцу. И для этого самое правильное, что может быть, это разминка, профессиональная. Разминка. Разминка с фитнес-тренером Ириной Треповой. Давайте начинать. Доброе утро, меня зовут Ирина. Сегодня мы проведем с вами экспресс-тренировку в формате утренней гимнастики или разминки перед предстоящим рабочим или для кого-то выходным днем. Мы будем выполнять несложные упражнения в быстром темпе, постараемся разогреть основные мышечные группы, улучшить подвижность в суставах, повысить общий ваш тонус и повысить ваше настроение. Ставим стопы на комфортную для вас ширину, расправляем плечи, напрягаем пресс и начинаем, делаем вдох носом, опускаем руки вниз, выдох. Потянулись за руками, вдох и выдох. Еще один повтор. Опускаем руки на бедра и мягко опускаем голову вниз. На выдохе подбородок по передней поверхности шеи, со вдохом вверх. Выдох и вдох. Еще два медленных повтора. Еще один. Наклон головы. Вправо, центр, влево, центр, выдох, вдох, выдох. Выполняйте с умеренной амплитудой. Еще два раза. Поворот голова. Вправо и влево. Сохраняйте подбородок параллельно полу и вытягивайтесь за макушкой вверх. Еще два.
и 4 движения подбородком к груди. Выдох, выравниваем шею. 3. Осталось 2. 1. Правое плечо по дуге. Вперед-назад. Расслабьте руку и постарайтесь чуть выше поднимать плечо. Мобилизуем лопатку. Левая рука. Вперед-назад. Выполняем двумя руками одновременно. Выдох, вдох. Старайтесь включить в работу в грудной отдел позвоночника, выводя плечи вперед, втягивайте живот. Отводя плечи назад, сводите лопатки. 4, 3, 2, 1. Ставим стопы чуть уже и медленно тянемся за руками вверх и опускаем вниз. Со вдохом посмотрите за руками вверх, с выдохом вниз. Еще один медленный повтор и делаем в 2 раза быстрее. Вверх и вниз. Вдох и выдох. Старайтесь дальше отводить плечи за линию ушей и прогибаться в грудном отделе. И еще 4, 3, 2. И оставьте руки наверху, опустите плечи и лопатки вниз. Попеременно тянемся вверх правой и левой рукой. Удлиняем правый и левый бок. Стабилизируйте таз, вдавите стопы в пол. И мягко сбросили руки вниз. Оставьте согнутые колени. Расслабьте шею, смотрите вниз и делайте движение руками свободно. Постепенно увеличивая амплитуду и вперед, и назад. С круглой спиной поднимаемся вверх. Ставим стопы чуть шире. Руки на бедра, наклон вправо. 3, 2, 1. Наклон влево. 3, 2, 1. Добавляем руку. Вытягиваем попеременно руку в диагональ. Вытягиваем бок за рукой. Выдох, выдох. Молодцы. Разворачиваем носки чуть шире и мягко будем приседать. На 2 счета опускаемся вниз. Вдох и поднимаемся. Выдох. Толкайте ягодицы назад, сохраняйте ровную спину. И добавим движение руками вверх через сторону. Вдох и выдох. Через 4 добавим подъем на носки. Через 3. 2, 1. Внимательно. Вдох и выдох. Толкаемся вверх, напрягаем ягодицы. В следующий раз руки на бедра. Приставной шаг. Степ-тач. Мягкие колени. Движение в сторону. Отталкивайтесь боковой поверхностью стопы, делая шаг длиннее. Ровная спина. Добавим движение руками вперед. Сильные руки. Увеличиваем амплитуду, руки вверх. Старайтесь попадать в ритм. Дышите ровно. Следующий шаг, подъем колена. Диагональ. Напрягайте пресс, поднимая бедро вверх. Молодцы, еще 4. 3. 2. 1. Уходим на марш. Восстанавливаем дыхание. Вдох-выдох. Ставим стопы на ширину таза. Ровная спина, расправили плечи. Мягко толкаем таз назад. И поднимаемся вверх. Тянемся грудью вперед. Ягодицами назад. Молодцы. В следующий раз добавляем руки. Вниз, вытяжение, еще раз, вдох, выдох, тянитесь за пальцами рук вперед, макушкой вперед, а копчиком и лопатками назад, вдох, выдох, еще, и еще один, молодцы, только руки вверх, медленно, вдох, выдох, вдох, выдох, 2 раза, вдох, выдох и финальный раз. Вдох и выдох. На этом мы закончили тренировку. Я надеюсь, что вы хорошо разогрелись, размялись, повысили немножко свой пульс, подняли настроение. Желаю вам хорошего дня. Ну а теперь пора отправиться в Ярославский музей-заповедник. Нас ждет знакомство с очередным интересным экспонатом. И будут это архиерейские посохи. В этой витрине мы с вами видим 2 архиерейских посоха. Датируются они 17-18 веком. И это
атрибут власти высшего духовенства. Архиерея, епископа, архиепископа или митрополита, а может быть даже самого патриарха. Вот эти два посоха принадлежали митрополитам Ростово-Ярославской епархии и происходили из этой древнейшей епархии русского государства. Как они оказались в Ярославле? Они хранились в Ростове, но когда кафедра была перенесена по приказу Екатерины II губернской реформы в Ярославль, и Спасо-Преображенский монастырь был превращен в архиерейский дом, и резница архиерейского дома пополнила резницу Спасского монастыря. И вот мы с вами видим эти два драгоценных посоха, которые символизировали власть пастыря духовного над своими чадами. И древнейшая форма, она и изображала посох пастуха, но чуть позже появляется вот форма, которую мы с вами видим с левой стороны, когда сверху поперечная перекладина немножко смотрит вниз. Вот это простая лаконичная форма, но по времени оказывается, что этот посох моложе. Он с самого начала 18 века. И он связан с личностью, предание местное говорит об этом, очень знаковые для истории российского государства и нашего края. В самом начале XVIII века на Ростовскую епархию по указу Петра I был поставлен один из самых образованных людей того времени, Дмитрий Туптало, которого дальше, позже будут называть Дмитрием Ростовским. Человек удивительный, очень инициативный, полемик замечательный. Дмитрий Ростовский знаменит главным трудом своей жизни. Действительно, всю жизнь, и в то время, когда он жил на Украине, и когда он жил в Ростове, он собирал материалы по житию святых, и его четь именей многотомные до сих пор сохраняют свое значение. А рядышком посох, форма которого появляется только в 17 веке, и связывают ее с именем другой очень знаменитой личности, также религиозного деятеля, патриарха Никона. Мы с вами видим две змеи, стилизованные изображения, обращенные друг к другу. Они должны обозначать мудрость пастыря. Вот именно такая форма появляется и становится популярной для архиерейских посохов в 60-е, 70-е годы 17 века. И давайте внимательно присмотримся, а как сделаны и чем украшены эти посохи. Мы здесь с вами видим технику, которая называется эмаль пускани. Вы видите растительные орнаменты, которые образованы очень тонкой веревочкой. Проволока, как правило, серебряная или золотая, скручивается, очень тонкая, скручивается веревочку, из этой веревочки образуется рисунок, а потом заполняется стекловидной массой, окрашенной окислами металлов. Это эмали, цветные, яркие. И вот надо сказать, что эти произведения очень хорошо живут во времени, и мы с вами видим их великолепную сохранность и яркость. Вот эти посохи 17 и начала 18 века оказываются такими очень яркими знаковыми произведениями эмали пускани. Друзья, это телеканал Первый Ярославский, шоу «Овсянка» продолжается. Меня зовут Дмитрий Московский, и сейчас у нас состоится встреча с интересным человеком в нашей студии. Очаровательная Ольга Разумова, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. Доброе утро! Доброе утро, Дмитрий!
Сегодня мы поговорим уже об итогах года 2020-го. Ну, несмотря на то, что 10 декабря только, но уже много достижений есть у наших ярославцев, так что, я думаю, стоит ими поделиться и еще раз порадоваться. На самом деле, уже пора подводить итоги, потому что декабрь, как обычно, пролетает незаметно, поэтому давайте вспомним, что было в этом году. Начинался он вполне себе беззаботно, но, к сожалению, в марте наша страна вместе со всем миром погрузилась в пандемию. И здесь специалисты и активисты отрасли молодежной политики, конечно, встали на передовую благодаря акции взаимопомощи «Мы вместе». На территории всей России объединились добровольцы, люди абсолютно разного возраста, абсолютно разного статуса и рода занятий объединились, чтобы помогать друг другу справиться с пандемией. И был образован во Дворце молодежи колл-центр, штаб проекта «Мы вместе». Мы принимали заявки от пожилых людей, одиноких пожилых людей, маломобильных граждан и привлекали волонтеров для помощи в покупке продуктов питания, продуктов первой необходимости, лекарств, выноса мусора, оплаты счетов ЖКХ. Таким образом, по всей области волонтеры помогали пожилым людям вместе справиться с пандемией во время самоизоляции. И в июле самые активные волонтеры акции были отмечены медалью президента Российской Федерации за вклад в эту акцию. А уже 17 ноября мы снова возобновили акцию «Мы вместе», и сейчас она до сих пор продолжается, поэтому если вы вдруг испытываете желание стать добровольцем, помочь кому-то, сделать добро, присоединяйтесь. Можно зайти на сайт добро.ру и вступить в ряды волонтеров акции «Мы вместе», а также к ряду других волонтерских проектов присоединиться абсолютно любому человеку. Главное желание и большое сердце. А вот что касается самих пенсионеров и тем гражданам, которым нужна помощь, но если вдруг они как-то еще не состыковались с проектом «Мы вместе», то что им делать, где им найти информацию? Если пожилому человеку нужна помощь, то он может позвонить на телефон единой горячей линии по номеру 8 800 234 11 и оставить заявку. Кроме того, хочу отметить, что сейчас акция «Мы вместе» направлена не только на помощь одиноким пожилым людям, но и на помощь системе здравоохранения. И если есть желание и готовность работать в центрах, в поликлиниках, помогать при развозке лекарств, то также можно стать волонтером, обратиться на сайт добро.ру, заполнить свою заявку, и с желающим обязательно свяжутся и привлекут к реализации этой акции. Так, и вот, как мне известно, есть акция «Мы вместе», вот один проект с названием «Мы вместе», и есть еще один проект с названием «Мы вместе». Да? Вообще «Мы вместе» — это слоган, который объединил население России в этом году, потому что это, конечно, огромное сближение людей разных. И, наверное, именно потому, что мы вот так сблизились за этот год, несмотря на все сложности, или благодаря всем сложностям, а может быть, вопреки им, 5 декабря, буквально в прошлую субботу, состоялся марафон мероприятий, посвященных Международному дню добровольца под гидой под названием «Мы вместе». И в рамках этого марафона во всех муниципальных районах Ярославской области прошла полезная программа «Дня добровольца». Волонтеры делали различные добрые дела, смотрели фильмы о добровольчестве, рассказывали о добровольчестве другим людям. И кроме того, хочу отметить, что в этот день были подведены итоги Всероссийского конкурса «Добровольцы России», и наша землячка Ирина Хорева стала призером конкурса в номинации «Помощь детям». Она представила свой проект и на всероссийском уровне вот заняла призовое место. Поздравляем Ирину! Поздравляем, да. И кроме того, поздравляем волонтерский корпус ЕРГУ имени Демидова, потому что в этот же день были подведены итоги Всероссийской премии «Студент года», и волонтерский корпус ЕРГУ стал лучшим общественным объединением по итогам данной премии. Поэтому вот такая двойная волонтерская гордость для Ярославской области ко Дню добровольца произошла. Чудесно, чудесно. Мы очень рады за всех наших победителей. А есть еще какие-то победы и достижения 2020 года? Конечно, да. Несмотря на то, что год был непростой у всех, все-таки давайте акцентировать внимание на позитиве. И большинство мероприятий, которые были запланированы на 2020 год, так или иначе прошли. Или в офлайн-формате, или в онлайн-формате, или в смешанном формате. И это тоже, на самом деле, дало массу плюсов, потому что есть мероприятия, на которые сложно добраться, есть спикеры, которые очень загружены и не могут найти время на дорогу, чтобы выбраться в тот или иной регион. Но благодаря переходу в онлайн, такому быстрому скачку в этот формат, мы смогли привлечь различных спикеров на наши мероприятия и смогли молодежи дать шанс поучаствовать в событиях различного масштаба и уровня. В этом году прошло несколько конкурсов Росмолодежи для выделения грантов молодым людям и вузам, и в течение года у нас 24 победителя. Это и молодые люди, физические лица, и вузы, которые представили студенческие проекты. В августе прошел фестиваль «Таврида Арт». Фестиваль «Таврида Арт» ежегодно проходит в Крыму и является самой глобальной площадкой для творческой молодежи.
То есть место, где вся творческая молодежь со всей страны может приехать и проявить себя. И благодаря этому фестивалю ярославская команда «Подвал-76» прошли кастинг-шоу «Dance Revolution», и в октябре уже выступили вместе с Алексеем Немовым в шоу «Легенды спорта». А Виктория Задворнева в прошлом году успешно прошла кастинг в шоу «Танцы на ТНТ», а в этом году уже дважды выступила и показала себя на всю страну, свои таланты. Ну, конечно, это огромная возможность, когда молодой человек может себя проявить, может показать и может развиваться в том деле, которое ему интересно. Ну что, а теперь я предлагаю построить планы на 2021 год. Мы надеемся, что 2021 год принесет нам только позитивные сюрпризы. Тем не менее, сейчас можно сказать, что уже готовится форумная кампания Росмолодежи, куда молодые люди смогут отправиться и поехать на те форумы, которые интересны в рамках их деятельности, профессиональной деятельности или их хобби. Также будут грантовые конкурсы всероссийского уровня, и можно будет подавать заявки, скорее всего, и на заочный этап, и в рамках грантовых конкурсов. В нашем регионе планируется много различных мероприятий, и сейчас, учитывая опыт онлайн-событий, мы стараемся готовить сразу два плана, два формата, да, потому что, конечно, ничто не заменит живого общения, но тем не менее, если есть требования безопасности, их нужно во благо каждого из нас соблюдать, поэтому мы надеемся, что наши мероприятия будут не менее интересными и яркими, но покажет время. Одним из проектов, которые реализуются на территории области в этом году и продолжат в следующем, является маршрут 76. В рамках проекта маршрут 76 молодые жители Ярославской области могут узнать о том, как построить личный бренд, как стать финансово грамотным, как научиться говорить на публику, какие сейчас есть современные направления в хореографии и так далее. То есть абсолютно разные направления, которые могут заинтересовать молодежь, отражаются в данном проекте. Ну да, это те самые направления, которые, наверное, в каких-то малых населенных пунктах не слишком хорошо развиты, да, вот обучение этим направлениям. И здорово, что вот есть эксперты, да, которые могут так проехаться по региону и свои знания передать. И спасибо за интересную беседу, вдохновение, амбиции, успехов всей молодежи. Делайте добрые дела, да не только молодежи, что уж мы, да, действительно, давайте все делать добрые дела, друзья. Всем отличного дня, шоу «Овсянка» продолжается прямо сейчас. У нас гороскоп. Овны. Благоприятный день, он хорошо подходит для самых разных дел. Многим представителям знака сегодня пригодится то, чему они успели научиться раньше. Можно браться за что-то новое, вы быстро разбираетесь даже в сложных делах, понимаете, как с ними справиться. Тельцы. В этот день не исключены и необычные знакомства. Некоторые представители знака смогут пообщаться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Полученная в это время информация вскоре окажется очень полезной. Близнецы. Интересный и плодотворный день. Быстро решаются многие проблемы, в том числе такие, над которыми вы не один месяц сломали голову. Будет шанс сделать что-то полезное для окружающих. Возможно, денежные поступления и подарки. Раки. Сегодня смело можно предлагать свои идеи, проявлять инициативу. Вас, несомненно, поддержат. Вы вовремя проявляете лидерские качества, можете вдохновить окружающих. За вами готовы пойти даже те, кто прежде был настроен скептически. Львы. Ответственный день, подходящий для того, чтобы принимать важные решения. Помните, торопиться не нужно. У вас достаточно времени для того, чтобы все обдумать. Серьезный подход к делам позволит избежать ошибок. Девы. Вероятны приятные знакомства и встречи с людьми, по которым вы скучали. Вы легко находите общий язык даже с теми, с кем прежде не ладили. Проясняются многие недоразумения, общение с окружающими становится легким и приятным. Весы. День подходит и для общения, и для отдыха, и даже для того, чтобы заняться делами, до которых раньше не доходили руки. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду, поэтому не допускайте ошибок. Могут появиться новые идеи, за реализацию которых вы возьметесь в ближайшие дни. Скорпионы. Сегодня вам удастся сохранить спокойствие, не поддаться на провокации и повести себя совершенно правильно в неоднозначных ситуациях. Могут предложить поддержку люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Стрельцы. Подходящее время для отдыха. Не лишним будет и сменить обстановку. Даже прогулка по новым местам взбодрит вас. Тем, кто предпочтет остаться дома, стоит разнообразить привычное течение жизни, заняться каким-то необычным делом. Козероги. Прекрасный гармоничный день. Можно многое успеть, если не тратить время зря. Вы быстро учитесь новому, запоминаете все, что хотя бы теоретически может вам пригодиться. Появляются хорошие идеи, стоит немедленно обсудить их с союзниками и единомышленниками. Водолеи. Эмоциональная открытость, искренность оказываются очень кстати в общении. Вы прекрасно ладите даже с теми, кто совсем не похож на вас. Будет возможность восстановить отношения, которыми вы когда-то очень дорожили.
Рыбы. Этот день подходит для того, чтобы заняться знакомыми делами, которые требуют сосредоточенности и внимания к деталям. Вы не отвлекаетесь и не бросаете начатое, пока не добьетесь нужного результата. И снова здравствуйте, мы вернулись, это шоу «Овсянка», и оно продолжается специально для вас, телеканал «Первый Ярославский». Меня зовут Дмитрий Московский, и пора нам перейти к следующей полезной рубрике, которая называется «Безопасные финансы». Прямо сейчас мы расскажем вам, что же делать с деньгами. Ну что с ними делать, если вдруг раз и появилась какая-то свободная сумма, и вы не понимаете, куда ее потратить, так чтобы это было выгодным вложением, а наши эксперты вам дадут полезные советы. Доброе утро! Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, в которой обсуждаем важные темы по повышению финансовой грамотности. В конце октября в дистанционном формате прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности. На своих онлайн-площадках она собрала более 6 миллионов людей. Ярославская область вошла в топ-20 регионов по количеству участников. Одной из самых популярных тем у зрителей стала тема «Что делать с освободившимися финансами?». Об этом сегодня и поговорим. В период пандемии многие работодатели оценили преимущество удаленного режима работы и оставили часть сотрудников на дистанционке. Наверняка те, кто работает в таком формате, заметили, что это идет в плюс семейному бюджету. Потому что расходы по некоторым статьям наверняка сократились. Например, расходы на транспорт, предполагающие поездку на работу. Расходы на обеды в столовой, дневные перекусы, кофе с собой и прочее. Расходы на досуг, походы в фитнес-зал, массаж и салоны красоты, поскольку ограничения до сих пор сохраняются. Если посчитать, освобождается значительная сумма. В сегодняшних нестабильных реалиях нужно прежде всего позаботиться о создании финансовой подушки безопасности, которой хватит на 3 или 6 месяцев расходов. Важно включить элементарную бытовую экономию, просчитать свой прожиточный минимум, прикинуть, какая сумма потребуется, и отложить на 10% больше на неучтенные траты. Это одно из самых важных правил при создании финансовой подушки безопасности. Разумный подход к собственным расходам сразу даст эффект. Появятся дополнительные деньги. Пусть небольшие, но популярная поговорка «копейка рубль бережет» не раз подтверждала свою правоту. Кроме элементарной бытовой экономии, в условиях пандемии дополнительные денежные средства могут свалиться приятным подарком, например, в виде компенсаций за неотгуленный отпуск, страховых выплат, налоговых вычетов, наконец, кто-то просто получит премию. Если деньги лежат под подушкой, они обесцениваются, поэтому важно не только сберечь накопления, но и заставить их работать. Для этих целей существует множество различных банковских продуктов. Например, вклад. Сейчас банки предлагают невысокие проценты, но зато это надежный способ размещения и сохранности денег, потому что они застрахованы. Можно инвестировать на фондовом рынке, вкладываться в акции, облигации, одолжить деньги под проценты различным компаниям или даже государству. Конечно, купонные ставки, проценты при покупке ценных бумаг могут не только расти, но и падать. Риски у ценных бумаг высокие, но и доходность выше, чем, например, от сдачи квартиры в аренду. Выбор есть, но помните правила финансовой грамотности. Чем выше доходность, тем выше риск. А главное, не храните все яйца в одной корзине. В зависимости от ваших целей, используйте разные финансовые продукты. Кстати, впереди один из самых любимых праздников – Новый год. И здесь слишком велик соблазн потратить все свои сбережения. Осторожно, праздник закончится, и можно надолго остаться на мели. Нужно обязательно составить финансовый план, в который вписать свои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные расходы. Тогда финансовая подушка безопасности убережет вас от финансовых потрясений. И последнее. На сайте Первого Ярославского в разделе «Финансовая грамотность», а также на страницах аккаунтов регионального центра финансовой грамотности в социальных сетях можно найти много полезной и актуальной информации, которая поможет сориентироваться на финансовом рынке. Удачи вам, берегите себя и ваши деньги. Кстати, о вложениях. Вы знаете, что самым необычным материалом для русских денег была тюленья кожа? Мне вот интересно, как такие деньги вообще по отношению к доллару, евро, золоту и так далее, инфляция вообще действовала на них? Еще больше интересных фактов мы узнаем прямо сейчас в нашей самой познавательной интеллектуальной рубрике. А вы знали? Что можно найти на Земле в самой северной точке Гренландии? Чтобы найти там снег или лед, пришлось бы здорово попотеть. Проще наткнуться на крупного, дурно пахнущего зверя, известного как овцебык или мускусный бык.
Земля Пири – гористый полуостров в северной части Гренландии, простирающийся вглубь Северного Ледовитого океана. Это самый северный участок суши на Земле, где отсутствует лед. Достаточно сухая, чтобы считаться пустыней, земля Пири не замерзает все 3 летних месяца. Зимой, однако, там действительно холодно, обычно около минус 30 градусов. Дожди очень редки, а случайно выпавший снег настолько сухой, что его просто сдувает ветром, и он никогда не превращается в лед. Растительность покрывает всего 5% территории полуострова, но этого достаточно, чтобы прокормить популяцию из 1500 овец и быков. Название свое они получили за резкий запах мускуса, который источают подглазные железы самцов в брачный период. Шерсть мускусного быка может отрастать до 60 сантиметров в длину. С одной стороны, такая шуба прекрасно греет, зато с другой не позволяет овцебыку разгоняться. Их тактика защиты от хищников такова – прикрыть собой молодняк и наиболее уязвимых членов стада, а затем отпугнуть врага взглядом. В прошлом такой метод срабатывал, но не против человека с ружьем. Охота на овцебыков поставила этих животных на грань исчезновения. Сегодня этот вид охраняется, и его арктическая популяция восстановилась до 150 тысяч особей. Спасибо, что проснулись вместе с нами. Это было шоу «Овсянка» на Первом Ярославском. Завтра мы с вами увидимся в то же самое время. Не забывайте о том, что вы можете отправлять свои вопросы нам, ну а мы будем готовить на них ответы. Отличного дня, шикарного настроения и исполнения всех ваших желаний, друзья. Пока-пока. Доброе утро, область просыпается, и снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым, в отличном настроении пойдешь на работу. И неважно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с овсянки. Все просто, чтобы сегодня все было отлично, включая в 7 утра наше шоу, это логично.